Где найти идеальное платье, спрашивает Александр Сергеевская. Поездите по салонам. В Москве салонов много. Если у вас в городе нет салона, приезжайте в Москву. В Москве много салонов. Реально. Мы делали так, что у нас невеста искала в Иркутске, когда у нас была свадьба на Байкале, у нас невеста очень-очень искала в Иркутске салон и никак не могла найти, ну, не салон, а платье. И никак не могла найти то платье, которое ей подойдет. В итоге она приезжала специально в Москву. Точнее, знаете, как получилось? Она искала, не могла найти, потом нашла то платье, которое ей нравится, но там ценник был просто космос на это платье. И она приехала в Москву, нашла подобное платье в Москве, и ценник был там не такой космос. То есть получилось так, что ее прилет в Москву плюс билеты обратно обошлись, и плюс покупка платья, это вышло дешевле, чем то платье, которое она нашла там в Иркутске. Поэтому она приехала здесь, его купила и в итоге увезла его с собой. И выбор больше, и салонов гораздо больше. Салонов очень много в Москве, достаточно хороших. Если понимаете, что ну прям совсем никак, вот, ну вот совсем не ваше, да, не можете найти, шейте. Шейте, действительно, у нас вот в этом году прям стало популярно шить платья, многие шьют. Я уже рассказывала, что особенно невесты из-за границы, которые у нас приезжают, делают свадьбы здесь, в Москве, мы шьем платья девчонкам.